как бы ребята начинают с нуля, приходят совершенно новички, у нас зарабатывают и пенсионеры, да, и вот недавно даже мальчик, да, сколько там, 15, да, лет. Ну да, 15. Развиваются, да, абсолютно спокойно. Да молодежь вообще сейчас хватает это все, не понимает это, да, у них такое... Сознание такое чистое. Вчера, из вчерашних четырех партнерш, одна 70 лет. О. Она подписалась, купила 1200 монет, оплатила тариф. 70 лет. Ну, Люба. Вот это уже не первый у нас, да, человек, на самом деле. Ну, да. И тем более, смотрите, ребята, новички, если вы там думаете, что там никому это не надо, вы посмотрите вокруг, и вы видите, что происходит с зарплатами, люди с работами, там, кто еще не потерял работу, или там, или снизили им, или в отпуск отправили в связи с этими карантинами. И скоро там, ну, вы сами понимаете, что это только дело времени. Те люди, которые сейчас там вам сказали, что нет, там, они там через какое-то время, я думаю, сами вас будут вспомнят, что вы при... И особенно, когда у вас пойдут результаты, они увидят, они сами к вам придут. Поэтому, я думаю, сейчас проблем там с тем, что найти людей, которые... ищет заработок. Все уже давно поняли, что не офлайне, так сказать, на обычных работах там уже, ну, так сказать, динамика не положительная, а отрицательная. Больше, все больше и больше вероятность, что ваша там работа, там, она скоро там закончится. И тогда вот большинство людей... Ну, у нас просто народ такой, что да, он часто, когда пока петух не клюнет, они там сидят и думают, что их не коснется. На самом деле, те, кто поумнее, они уже сейчас просто берут и... думают о том, как они будут кредиты свои раз выплачивать, там, ипотеки, и вообще на что они будут жить. Потому что, ну, никто вообще не ожидал того, что будет, но надо как бы думать теперь уже. Мы все поняли, что про нас никто не подумает. Нас просто обычно ставят перед фактом, поэтому пора, ну, пришло время нам уже думать, объединяться. К тому же здесь вы не просто сами там пришли, там, под кого-то зарегистрировались, на вас плюнули, и все. Здесь все дается для того, чтобы вы развивались. Мы не боги какие-то, мы не там, не... у нас нет волшебной палочки, что там ткнули вам по лбу, и вы превратились там в суперпродажника. Но у нас есть система обучения, которая уже показала результат. Результаты там ребят, которые там уже зарабатывают, вы видите там в чате, вы можете посмотреть. С нами там, со своими наставниками, вы всегда можете пообщаться.